Привет, друзья! Вы смотрите канал «Просто детки», и мы продолжаем с вами играть в игру «Мой говорящий том. Бег за золотом». Сейчас, в данный момент, мы играем Анжелой. Она вот целый день бегала за енотиком и насобирала себе, наконец-то, на предпоследнее улучшение дома. Вот видим, что у нас хватает денег улучшить ее вот эту палатку такую возле домика. Теперь у нее целый шатер такой там, прям королевский. Там уже и диван у нее, и освещение, и вообще все так красиво. И нам теперь остается улучшить всего лишь один раз домик, чтобы открыть уже песика Бена. Но Анжела целый день уже, как я говорил, бегала за енотиком, она очень устала. Поэтому мы, наверное, возьмем сейчас, выберем вместо Анжелы нашего любимого Тома. И Том будет помогать Анжеле достраивать ей последний уровень дома. Итак, нам осталось тут буквально чуть-чуть. Можем улучшить вот Тома. Потому что он у нас вообще такой весь не улучшенный. Хорошо. И побежали за золотом. В предыдущих роликах про эту игру у меня немного подлагивало. Но, как я говорил, теперь я купил уже себе новый мощный компьютер. И лагов быть не должно вообще. Соответственно, можно будет играть и не переживать за неожиданные врезания. И вообще все будет красивее и интереснее, когда нету лагов. Сейчас сами в этом убедитесь. Можно будет ставить очередные рекорды. Так, аккуратненько, чтобы все успели. И потом, я думаю, когда мы заработаем уже почти 6000 на улучшение последнего уровня домика Анжели, мы потом откроем уже песика Бена и сыграем еще разок им, чтобы вы посмотрели, какой он красивый, что он может. Вот впереди нас енотик, который обокрал. Потерял 200 монет. Ничего себе. И сразу нам еще попался шлем, который защищает нас один раз от врезания на определенное время. То есть это хороший бонус, потому что когда очень быстро он начинает уже Том бежать, то часто не справляемся с управлением. Соответственно, он спасает нас. Но, как видим, бонус уже закончился, поэтому нужно быть очень-очень аккуратными. Так, перепрыгиваем аккуратненько. Все видят, да, что таких уже лагов нету, поэтому можно все спокойно успевать. Так, впереди у нас туннель, но я в него не хочу заходить, потому что он нас перекинет на пляж. А мне почему-то пляж не очень нравится. Пляж больше подходит для Анжелы. О, вот, самый классный бонус — это самолет. Ты летишь, тебе никто не мешает, просто нажимай, ай, вовремя стрелочки вправо-влево, чтобы собирать все слитки. Мы немного ошиблись вначале, но ничего. Золото мы собрали. Итак, смотрим, мы уже собрались. Опять нас енотик потерял золото. Ну, мы этим воспользовались. Видать, мы его так напугали, что он, Маша-растеряша, теряет все на бегу. Это наше золото, потому что он нас его украл. Соответственно, если мы забираем то, что он потерял, то ничего страшного. Вот нам попался магнитик, еще раз магнитик и шлем. То есть, и опять магнитик. Ну зачем нам три магнитика подряд? Вот скажите. То есть это просто испорченные бонусы. Лучше бы что-то другое дали. Потому что они ж не накапливаются, они просто не суммируются. Просто накладываются поверх один другого. Что-то нас бонусами закормили, вы видели? 5 или 6 подряд. Это значит, что потом, наверное, вообще пару игр не будет бонусов никаких. Смотрите, какая большая скорость. Я уже не успеваю. Ай-яй-яй. О, самолет, спасение. На большой скорости самолета спасение. Почему? Потому что я говорил, мы летим, ни за что не переживаем. Главное вовремя направлять самолетик на наши слитки с золотом. Итак, уже вот 1300... Ого, золото уже какое-то летающее у нас началось. Ой-ой-ой, ой, ой-ой-ой. Все-таки мы врезались. Сильно как-то часто начали автобусы бежать. Но вы видите, мы заработали 1324 монеты. Это в данный момент наш рекорд. То есть Том заработал, смотрим, уже 1000...
600, почти 1700 монет у нас есть на домик. То есть мы несколько раз еще пробежимся, и я думаю о том, как помощник Анжелы заработает ей на последний уровень домика. Так, сейчас мы еще попробуем разочек. Если у нас не будет получаться, я, может, даже поставлю паузу и соберу золото без записи. А потом просто покажу вам уже, как выглядит последний уровень домика для Анжелы. Как вы помните, Тома мы уже дом построили в самом начале игры, там было не сильно тяжело. Он стоил там вообще копейки. Но Анжела же девочка, поэтому у нее там домик такой шикарный. И, соответственно, он стоит много денег. И заработать их уже сложнее. Интересно, что там у песика Бена? У него дом, наверное, еще дороже и лучше, раз он идет после. Придется им, наверное, играть очень долго. Но это мы все увидим в конце этого видео. А пока сосредотачиваемся на нашей текущей игре. Так, вот у нас опять самолетик попался. Я думал, что бонуса уже не будет, но вот они попадаются. Это хорошо. Так, успеваем почти все собрать. Иногда хочется, чтобы в самом начале игры он уже бежал очень быстро. Потому что когда привык к такой скорости, то уже потом медленную игру не сильно воспринимаешь. Уворачиваемся. О, впереди шлем. То, что доктор прописал. Можно теперь не бояться некоторое время врезаться. Я не говорю, что нужно врезаться, просто не так уже переживаешь. И опять бонусы. Том какой-то везучий. Мы им давно не играли, поэтому, наверное, игра его закармливает бонусами, чтобы он подольше оставался в игре. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Чуть не врезался. О, какой попрыгун. Просто мы играли несколько серий Анжелы, поэтому Том, наверное, соскучился уже за игрой и решил, что бы то ни стало, установить и рекорд, и помочь Анжеле, и Нотика, наверное, догнать. Ну, или не догнать, хотя бы все его золото забрать, которое он у нас украл. Смотрим, уже третий раз подряд у нас двойные слитки выпадают. То есть это классно, у нас уже опять почти 1000 золота мы заработали. Ай! Ну зачем я это сделал? Вы видели? Прям перед машиной нажал. В сторону. Так, это реклама, нам она не нужна. Ну что, мы заработали еще почти 1000. Уже 2500 у нас есть. Осталось буквально чуть больше 3000. Ну вперед. Догоним сейчас этого енотика. Енотик, может, ты сразу нам дашь эти деньги, и все, мы тебя оставим в покое на некоторое время. Ты отдохнешь, пойдешь поспишь, мы тоже поспим. А когда проснемся, то уже будем дальше гоняться за тобой, уже Беном. Но енотик нас не слышит, он от нас убегает. А было бы неплохо сейчас с него вытрясить так вот его мешочек, и сразу взять и все улучшить. Вот, опять слитки двойные, но только мы медленно очень бежим, поэтому мало их соберем. Так... Вот, все успеваем. Все замечательно. И шлем впереди. Не, Анжеле так не везло. У Анжелы бонусы попадались очень редко. А здесь прям постоянно бонусы идут. То есть магнитик для золота. Это, наверное, какой-то магнитик стоит для бонусов. Так, 100 золота. Ну, енотик не сильно прям щедрый. То у нас по 200 выпадало, а теперь всего лишь 100. Так. Аккуратненько. Анжела девочка, она, наверное, не так хорошо прыгает по всем этим автобусам. Это пацаны любят полазить по деревьям, там везде по стройкам, по машинам. Поэтому Том так хорошо и прыгает. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Эх, на последний автобус мы не успели прыгнуть. Но ничего. Зато мы опять получили бонус в 2 раза больше золота. Это, мне кажется, самый лучший бонус в игре после этого, после самолетика. Так. Увеличение очков. И опять бонус на слитке. Да что ж нас так задабривает? И сразу и самолет. Слушайте, ну просто, я не знаю, у меня слов нету. Так нам сегодня везет. Но это, наверное, знаете, закон такой бумеранга. То есть... Прошлая серия у нас называлась «Неудачный день Анжелы», то есть ей вообще не везло. А сегодня «Удачный день у Тома».
Такс. Уже у нас почти 1000 слитков. Так, так, так. Вот, все ровно 1000. Только почему-то... Ай-яй-яй. Только почему-то у нас мало очень очков. А, это, наверное, у Тома, может, очки считаются по-другому как-то. Так, аккуратненько. О, магнитик сейчас нас будет все притягиваться. Можно сосредоточиться на том, чтобы не врезаться. Ну и когда уже большая очень скорость, то я, как говорил, классно именно получить самолет. То есть мы летим, никого не трогаем, нас никто не трогает. Вот у нас уже больше 1000 золота. Это хорошо, потому что останется совсем немного уже. Ой-ой-ой. Совсем немного, и построим 5-й уровень домика для нашей Анжелочки. 150 золота, хорошо. Так. Аккуратненько. Чуть не врезались. У нас закружилась голова у Тома. И опять двойное золото. Ай! Я всегда в этом месте врезаюсь. Думаю увернуться от машины, а там столб. И вот мы в него влетели. Ну, смотрим. Ай, до рекорда не осталось, не хватило буквально пару тысяч очков. Так, что у нас с золотишком? 4100. Нам осталось заработать буквально 1700 золота. Я думаю, за два раза мы сейчас его заработаем. Итак. Вы видите, если прошлые игры мы там заработали 200-300 золота и врезались, то сейчас у нас почти каждая игра уже идет почти по 1000 золота. Как я говорил, это связано с тем, что уже у нас не лагает. Соответственно, легче управлять. И в самые неожиданные моменты мы не врезаемся по вине компьютера. Только если мы сами уже ошиблись, то мы врезались. Так, мы получили магнитик. Чё я там старался прыгать? Можно бы просто было бежать и все. А магнитик за нас всю работу сделает. Но магнитик закончился, поэтому нужно уже опять работать пальчиками. Так, опять наш любимый бонус. Увеличение золота в два раза. Он нам очень помогает. Так, мы потратили динамит на открытие сейфа очередного. Поэтому очень хорошо, что енотик потерял динамит. Он когда воровал у нас с дома сейф, он, наверное, взрывал там его что-то. Поэтому динамит у него остался. И он его тоже теряет, как и золото. Иногда, правда, очень мало. Хотелось бы больше, но ничего страшного. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел оттолкнуться, он, получается, приземлился уже за автобусом. И все. Но ничего. Так, давайте быстренько начнем еще раз заново. Сразу нам дали магнитик, только зачем он нам вначале, я не знаю. Вначале мы можем и сами все пособирать. Без всяких там помощи и магнитиков. Тем более, что у Тома он плохо развит. Это Анжелу мы там уже улучшили почти полностью. Сейчас, если врежемся, то, наверное, уже переключимся опять на Анжелку. Том ей так хорошо помог, ей останется буквально только там один раз пробежаться. Она, наверное, отдохнула, Том за нее уже работу сделал. Поэтому сыграем ей. Тем более, что у нее улучшены эти все навыки получше. И время действия самолета у нее улучшено. И шлем, и магнит. То есть она молодец у нас. Анжелка наша. Ага, там енотик что-то остановился. Что-то потерял, наверное. Ого, 200 золота потерял. Ничего себе. То есть нам там остается буквально уже меньше 1000 золота набрать. Может даже и не понадобится нам уже Анжелка. Это если Том, как он радуется, что его выпустили поиграть. А то вот нам, наверное, уже заскучал. Так, аккуратненько все собираем. Если мы сейчас наберем 1000-1500 золота, то можно будет уже Анжелку не включать.
Сразу откроем Бена и сыграем им. Так, аккуратненько. Аккуратно. Шлем. Хорошо, давайте берем шлем. Все, шлем взят. На некоторое время можно расслабиться. Ай, ай-яй-яй. Так, о, подковка, чем магнитик. Ну, на, магнитик похож на подкову, поэтому называю его так подковой. Сколько там у нас уже? 650 золота. О, вот, отлично. Золото собираем в два раза больше. Видим, Том быстрее побежал. Но почему-то енотик всегда бежит еще быстрее Тома. Хотя, мне кажется, Том молодец, он должен бегать быстрее всех. Ну, енотик что-то зажал золото, нам опять дал всего лишь 100 золота. Аккуратно, нас сейчас начнут уже тут со всех сторон автобусы ловить. Так, ну этот бонус мне не очень нравится, потому что, ну, больше очков, очки... Ай-яй-яй, шлем пропустили, вот это было обидно. Потому что очки нам не сильно-то и нужны, но толку, что мы поставим рекорд. Приятно, да, ну как бы... Рекорд в карман не положишь, а золото оно вот можно взять и положить в карманчик. Вот опять тот же самый бонус, который нам не очень нужен. Магнитик, отлично. Еще один. Ну зачем нам два магнита подряд? Я же уже говорил, они не плюсуются, это просто впустую потраченный бонус. Ай-яй-яй! В том же самом месте, вот как в прошлый раз. Никак я не запомню. Так, ну что, смотрим, что у нас здесь получается. Нам осталось заработать всего лишь чуть меньше 300 монет. Я думаю, это все элементарно. А давайте теперь включим уже Анжелку. Вот, выбираем. Смотрим, нам песик недоступен. Так, выбираем, выбираем. И побежали. Анжелка уже последняя, я думаю, уже на 99%, что это последняя игра для Анжелки. После этого мы будем играть Хэнком. Ну или как я его называю, Беном, как обычно. Песик Бен. Или песик Хэнк. И сейчас мы быстренько эти монетки доберем. Ну, может быть, даже получится больше собрать. И откроем нового игрока нашего. Он, конечно, поначалу будет неумехой. У него там навыки все не развиты. Домик вообще никакой. Какая-то, наверное, там будочка небольшая. Но мы ему поможем построить хороший, красивый дом, в котором он сможет сам жить и друзей приглашать. Так. Анжелка пока что-то не хочет быстро бежать. Она все-таки уставшая за целый день. И сразу 200 монет дал ей енотик, потерял. То есть у нас уже, в принципе, хватает на улучшение... последнего уровня домика Анжелки. Но специально проигрывать мне не хочется, поэтому мы уже соберем столько золота, сколько получится. Чтобы, может быть, сразу даже улучшить уже немного домик для Хэнка. Так, у нас уже видео растянулось на 18 минут, и это еще не предел. Но ничего, буквально еще немного, и будем закругляться на сегодня. Я не люблю что-то делать специально. Анжелка все-таки старается, вот бежит, поэтому я не буду врезаться. Буду до последнего бороться за каждый слиток золота. Тем более, что у нас его украли, а мы свое хотим вернуть. О, вот самолетик. Давно уже не было самолетика. Вообще замечательно. Так... еще и енотика собрали 100 золота. То есть нам надо было всего 300, даже меньше, а мы уже собрали почти 1000. Ай-яй-яй, фух. Чуть случайно не нажал не туда, куда нужно. Ну, вот теперь уже и правда 1000. Еще магнитик у нас. Все. Ай-яй-яй. Ой, куда ж мы едем? Еще один... ну, блин, ну как это так? Обидно, досадно, но ладно. Итак, смотрим самое интересное. Открываем улучшение.
И строим последний уровень. Ничего себе, какая вилла у Анжелки. Смотрите, там уже и растут всякие деревья и все такое. И вот, наконец-то мы открыли кого? Вы разблокировали автостраду, во-первых, и открыли Хэнка. Ну что, попробуем сыграть им разок. Вот какой он у нас. Ничего себе, какая карта интересная, смотрите. Тут она как-то уже идет вообще в 3D, уже не просто ровно, а именно поворачивается. Вообще супер. Так прикольно. И золото, видели, уже бежит. Она уже как-то не просто стоит. Вообще обалденно. Не, класс. Мне очень понравилось. Ну все, автострада закончилась. Опять переключились мы на наш обычный город. Но когда появится какой-то туннель, мы в него забежим и, может, вернемся на автостраду. А может, на пляж будет видно. Так, Хэнку все с магнитиком. А вот у нас туннель. Давайте забежим. Куда это мы попали? А, мы, наверное, на пляж попали. Сейф нашли, хорошо. Так. Хэнк, что-то у нас не было. А, нам пока еще не показали твой домик. Мы не знаем, какой у тебя домик. Сейчас мы вот этот уровень сыграем. О, какое красивое сердечко. И после этого уровня посмотрим на твой домик. Может быть, даже уже хватит нам золота, чтобы его улучшить. Аккуратненько. Нам надо заработать денежек побольше, чтобы уже наверняка нам хватило на улучшение хотя бы один раз домика Хэнка. Вот туннель, может, он сейчас нас на автостраду приведет. Да, вот она. Мне она очень понравилась. Смотрите, какая красота. Ай-яй-яй. Только так непривычно прям вообще. Все так двигается. Так вы видели, что вот золото прям... Ай-яй-яй. Что-то быстро эта автострада заканчивается. Я бы такой, чтобы все время она была. Она очень красивая. Так, у нас бонус на очки. Ого, получается, в 50 раз очки увеличиваются с бонусом. Ну, а без бонуса в 25. Сейчас, когда мы улучшим немного домик Хэнку, то, может, будет увеличиваться еще больше. И сможем ставить очередные рекорды. Вот, опять наш классный бонус. В 2 раза больше золота. И магнитик сразу, чтобы это золото все собирать. Ай-яй-яй. Чуть не врезался. Ну что, туннель? Не, опять пляж. Не хотят нам автостраду давать. Как мы не просим. Так, все получается. Хорошо, у нас уже 1000 золота собрано. Это первая игра Бена, и он такой молодец. Столько уже собрал всего. И магнитик, и золото в 2 раза увеличивается. Да, вообще супер. Называется, новичкам везет. Так, аккуратненько. Ага, смотрим, там уже показывают, что до рекорда осталось уже не так уж и много. Будет вообще прикольно, если мы первой игрой Хэнка поставим рекорд. Так, о, самолетик. Вы знаете, с самолетиком, может быть, действительно уже получится поставить нам рекорд. Правда, он у него, наверное, недолго действует, потому что мы еще его никак не улучшали. Хотя я бы сказал, что долго мы летели. Все, рекорд у нас установлен, смотрите. Вот как классно получилось. Кучу золота заработали, рекорд поставили. Открыли Бена. Мы просто молодцы с вами. Ну что, теперь точно автострада? Нет, опять пляж. Ну что ж такое? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, какие сложные пошли уже уровни. И скоростя большие. Я уже начинаю путаться. Столько много мы еще с вами не набирали. Ни очков. Это, наверное, песик Бен просто такой умеха.
так хорошо играет. Хотя, откуда у него опыт, если мы только его открыли? Ой-ой-ой. Ай, все, промахнулись. Ну ничего, тут уже... О, класс, шлем. Чтобы если мы врежемся... Чтобы сразу не проиграть. Да, такое ощущение, что это игра... Ай-яй-яй. Ну, хорошо, что у нас был шлем. Я думал, что эта игра уже не закончится никогда. Такое ощущение. И самолетик. Да, супер, смотрите. Мы уже 2000 золота набрали. Такого еще не было у нас. За одну игру. Это все новым персонажем Беном. Ну или Хэнком. Так. И впереди у нас опять бонус. Так, смотрим. Ай-яй-яй. Все. 2314. Но у нас такой уже большой рекорд, что мы его, наверное, не скоро побьем. Потому что мы обычно врезаемся там в районе 100 тысяч. Смотрим. Мой рекорд. 173400. Молодцы. Так. Смотрим. Ага. Ну, у Бена, у Хэнка не конура, а такой вот автомобиль. Ну, посмотрим. Так, у нас 3000 как раз хватит нам, чтобы построить... Во-первых, один уровень и домика. О, отремонтировали ему автобус. И один домик чего тут? На автобусе у него такой вот навесик. Как у Анжелы возле дома был лежак с зонтиком, так у Хэнка на его домике. А смотрите, только мы домик построили, а там уже выглядывает енотик, чтобы уже обокрасть Хэнка. Но енотик, мы тебя все-таки догоним когда-нибудь. Ну так, друзья, все, мы будем заканчивать обзор этого видео. Все, что мы хотели, мы уже сделали. То есть Том помог Анжеле достроить ее домик. Анжела открыла Хэнка. И Хэнк установил кучу всяких рекордов и улучшил себе уже домик. Мы с вами молодцы. Смотрите наш канал в дальнейшем. Если кому-то понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь. Каждый день новые видео для детей, интересные. Оставайтесь с нами, будет весело. Всем пока-пока.